Привет всем! Основной вопрос, который задают уважаемые зрители, это что в Арамболе поменялось? Ну, естественно, что лучше, что я могу придумать, так как с драматургией у меня всегда было туго, это проехаться по поселку и показать вам все с взгляда мотоциклиста. Рыбный Рава работает как и раньше. Так, здесь креветки. Креветки. Working everything good, yes? Не понимаю. Креветочки тоже продаются, все хорошо. А курятня Лавиш слева работает, никаких проблем. Кстати, очень вкусные курочки. Аптека справа работает, а аптека слева не работает. Манди Михал, вкусные кебабы работают. Хлеб тоже продается. Оптовый магазин в порядке. Не знаю, было раньше это или не было, но, в общем, вот такое вот место. Каза Обригадо. Бассейнчик, деревянные домики. Все в режиме достраивания. Бар пустой, но работает. Дальше ехать нет смысла. Дальше тупик. Там один магазин, который тоже работает. Garden of Dreams, он закрыт. А вот здесь вот какая-то Кришна Лана Бейкери, она работает. Алкогольных точек больше стало. Одна, вторая, друг за другом.
парковку. Кенара работает, а вот рядышком Майл, вот это то здесь принимали посылки, закрыто. Сейчас здесь какой-то ортрамл и меняют доллары по 72, в то время как вот чуть дальше по 74. Хэппи Банана. Старейшее культовое место. Оно, я даже встану и покажу. Оно расширилось, там пробили дыру. И теперь здесь вот так вот можно сидеть, отдыхать. Надеюсь, там видно. Красота. Так. Dreamland работает. Теперь China Garden не работает. Здесь тоже все закрыто. Шива Крупа работает. Пиццерии образовался ручеек, но имеет характерный запах. Теперь здесь вот так вот нужно аккуратно лавировать. Вот Феллини, если кто не помнит. Сехорс. Дальше пляж. Пляж. И пустые столики.
वहाँ पर पानी भी даже кто-то в масках. Т-образный перекресток, слева Васин вечер, работают как обычно, понедельник open mic, остальное безобразие по расписанию. Ламуэлла работает. Обмена валют. Вот это вот лучшее место. Здесь дают 54 рупии за 100 новых американских долларов. Yes. Вот это уровень. По фруктам все как прежде. Не вижу хороших мандарин и не вижу свежих авокад. Yes, как-нибудь в следующий раз. Почта везде закрыта. Я уже говорил, что вот здесь Вики, такой хороший индус, который помогал мне с покупкой AliExpress. Теперь что-то его не видно. Ну, покажу еще заезд на центральный паркинг. Дорога стала хуже. Оп-оп. Так. Зато дорога на пляж превратилась, как вы видите, в базар. Машин немного, людей немного. Пустая тропинка на пляж. Теперь уже серьезное бойкое торговое место. Вот такие махиндры. Вот такие вот соковыжималки. Ой, какая штука кайфовая. Тапочки на любой вкус. По 150 рупий любые очки, включая Ray-Ban. Peanuts. Недорого.
можно сказать, такой мини-базарчик. И с нормальным товаронаполнением. Махалю. Ракушки. Ешь, сколько влезет. Адидас. Эх, раньше здесь была мощная дискотека до утра. Называлась она Коко-Локо. Теперь Коко-Локо отсутствует. Напрочь. Теперь здесь какая-то хипарка, парковка. Ну и все. Вот. А, вообще пустота. Вот здесь вот было Коко-Локо, я думаю, очень многие помнят и знают это заведение. Финита ля комедия. Нету. Нету его. Речушечки истекающие вот так вот по пляжу моря. Это норм. Собственно говоря, больше-то и показать нечего. Так что делайте выводы, наслаждайтесь этим супер видео, задавайте вопросы. Буду по мере возможности освещать. Ну и спасибо за ваше драгоценное внимание. Всего хорошего, будьте здоровы!